Тема сегодняшнего занятия – спорт, физкультура и путешествия – неотъемлемые части жизни. А текст – в здоровом теле – здоровый дух. Выражение причинно-следственных отношений в простом и сложном предложении. Oddiy va murakkab gaplarda, natijasida, oqibatida, tufayli, ta'siri ostida, ta'sirida konstruksiyalarini ifodalash. Для начала мы с вами проведем речевую разминку. Задание такое. Вы должны составить пословицы из этих слов. А теперь ознакомимся с текстом «В здоровом теле здоровый дух».
Прежде чем как перейти к чтению текста, давайте ознакомимся с новыми словами и словосочетаниями из текста. Неоценимые бебахо обладать игебульмок, восстановить тикляш, регулярно мунтазам, воспринимать кабулкльмок, укреплять мустахкемламок, положительный идиоби, своевременно узвахтада, выносливый чедамле. Ощущение сезге достигнуть Иришмок, бодрый тетей, бардам, гибкость ихчамлик, буключанлик, ловкость чаконлик, ипчилик, умение управлять собой уз узыны башкара блэш. В здоровом теле здоровый дух. Неоценимое счастье в нашей жизни – это здоровье. Если вы здоровы, вы обладаете несметным богатством. Подорвать здоровье намного легче, чем затем добиваться его восстановления. Как сохранить здоровье? Как удержать прекрасные ощущения молодости, силы и радости жизни? И можно ли это сделать? А врачи считают, что без движения и занятий физкультурой здоровым быть невозможно. В движении мы активно воспринимаем наше тело, узнаем напряжение и пределы работоспособности. Тот, кто регулярно двигается, не только поддерживает функции тела и укрепляет мышцы и суставы, но и может развить положительные ощущения тела. Это может быть достигнуто силовыми видами спорта – зарядкой или танцем. Владение телом помогает также добиться большой уверенности в себе, хорошего внешнего вида и сохранять здоровый дух. Мозг лучше снабжается кровью, укрепляются жизненные силы. Как вести здоровый образ жизни?
Ответить на этот вопрос поможет нам кластер «Здоровый образ жизни». Значит, духовный комфорт, активная жизненная деятельность, полноценный отдых, рациональное питание, удовлетворенность работы, физическая активность входят в здоровый образ жизни. А вот курение, наркомания, неблагополучие в семье, нарушенный режим питания, неполноценный отдых уже входят в нездоровый образ жизни. Великий мыслитель средневековья Авиценна считал, что умеренно и своевременно занимающийся физическими упражнениями человек не нуждается ни в каком лечении. Нужно постоянно помнить, что ваше здоровье зависит от вас самих. Чтобы быть здоровым, сильным, бодрым и выносливым, человек должен общаться с природой, воспитать в себе саму гибкость и силу мускул, легкость и ловкость движений. Очень важно воспитать у себя оптимизм, волю, твердый характер, умение управлять собой. Древняя мудрость гласит: сильнее всех владеющий собой. В нашей республике в последние годы активно развиваются оздоровительные комплексы, санатории, где люди отдыхают, восстанавливают здоровье, набирают сил. Существует большое многообразие видов активного отдыха, и очень важно, чтобы каждый понимал их важность для здоровья и выбрал для себя то, что ему больше по душе. Ведь движение – это жизнь, а она должна быть интересной, полной сил и позитивной энергии. В горных, предгорных и равнинных областях Узбекистана находится множество санаториев, каждый из которых предлагает высококачественные медицинские и санаторно-курортные услуги. Некоторые санатории функционируют на базе собственных минеральных источников. Целебная вода, которая способствует скорейшему выздоровлению от многих недугов, таких как заболевания кишечно-желудочного тракта, органов дыхания, гинекологические заболевания и другие. Комфортные условия проживания, современная лечебно-диагностическая база, диетическое питание, благоприятный климат и обилие солнечных дней делают отдых и лечение в санаториях Узбекистана приятными и благотворными. Туристические объекты Узбекистана. Древняя Бухара. Самарканд, жемчужина Востока. Ансамбль Абди-Бирун. Ансамбль Хаджа Ахра. Самбль Шахи Зинда. Мавзолей Биби Ханы.
Мавзолей Амира Тимура. Мавзолей имама Исмаила аль-Бухари. Мавзолей Рухабада. Мавзолей Хаджа Данияра. Обсерватория Улугбека. Самарканд, Дагестан. Древняя Хива. Шахрисабз. Закрепление нового материала. Какие виды спорта знаете?
Ознакомьтесь со синквеном и попытайтесь составить свой синквен. Но не забудьте, первая строка должна быть существительным, вторая строка – прилагательным, третья строка – глаголом, четвертая строка – фраза, а пятая строка должна быть существительным, то есть синонимом первой строки. Кейс-стади. Первый кейс. Ты приглашаешь своего друга поиграть в футбол, но друг отказывается, потому что у него нет времени. Найдите такие аргументы, чтобы убедить своего друга поиграть в футбол. Второй кейс. Ваш друг приглашает вас в кино. Найдите как можно больше аргументов, чтобы не пойти в кино. Выполните задание к тексту. Подберите синонимы к словам «несметный», «подорвать», «бодрый», «ловкий», «умеренный», «предел». Вместо точек вставьте слова «болен», «болит», «больно». Прочитайте предложение, соблюдая правильную интонацию. Сделайте перевод на узбекский язык. Если крепок телом, то богат делом. При систематических занятиях спортом можно стать сильным, ловким и здоровым. При ненастной погоде проводить спортивные соревнования на открытом стадионе трудно. Обмен веществ при отсутствии в пище витаминов нарушается. Ученые считают, что воздух, окружающий нас, это прекрасное средство укрепления и закаливания организма. Для предупреждения болезни надо, по крайней мере, следовать 4 советам. Быть физически активным, рационально питаться,
избегать вредных привычек и щадить нервную систему. Здравствуйте! Приветствуем мы друг друга при встрече. Будьте здоровы! Желаем мы при расставании. Запомните следующие слова и словосочетания. Пациент – больной, лечащийся у врача. Профилактика – совокупность мероприятий, предупреждающих заболевания или предохраняющих от чего-нибудь. Клиника – лечебное учреждение, при котором ведется научная и учебная работа. Эпидемия – широкое распространение какой-нибудь заразной болезни. Диагноз – определение болезни на основании исследования больного. Организм – совокупность физических и духовных свойств человека. Самочувствие – чувство, испытываемое человеком в зависимости от состояния его физических и душевных сил. А теперь ознакомимся с рубрикой «В мире мудрых мыслей». Только здоровый народ, здоровая нация способны на великие свершения. Ислам Каримов. Человек, которому некогда позаботиться о своем здоровье, подобен ремесленнику, которому некогда наточить свои инструменты. Мюллер. Здоровье до того перевешивает все остальные блага жизни, что поистине здоровый нищий счастливее больного короля. Артур Шопенгауэр. Физические упражнения могут заменить множество лекарств, но ни одно лекарство в мире не может заменить физических упражнений. Мюссе. Домашнее задание. Выучить медицинские термины, подготовиться к пересказу текста «В здоровом теле здоровый дух» и составить свой режим дня.